В арт-галерее «Метаморфоза» состоялся показ танцевального спектакля. Актеры театра современного танца «Арт-модерн-линия» Виктория Грибанова и Юлия Власенко и танцор брейк-данса Влад Черкашин оживили картины с выставки Игоря Гробовского «Шардоне», представив зрителям пластическую постановку. В зале галереи среди других картин кисти Игоря Гробовского два больших полотна. В отличие от остальных, они прикрыты, но гости галереи точно знают, еще немного, актеры снимут завесы и картины оживут. Режиссер перформанса спектакля «Метаморфозы» Виктория Грибанова знает, что абстрактное искусство не дает зрителю буквального объяснения. Зато она умеет задеть чувства зрителя, и вот тогда начинается глубокий внутренний процесс. Была идея показать сны, реальность, вот это пересечение прошлого, будущего, настоящего, то, где мы находимся. Пребываем мы в состоянии здесь и сейчас, или мы в прошлом, да, в своих каких-то прошлых воспоминаниях, в мыслях, которые нас уводят из реальности, да, либо мы в будущем находимся. Из реквизита только пододеяльник, подушка, яблоко и кубик Рубик. Из актеров – две девушки и парень-брейкдансер. Зрителям остается завороженно наблюдать за сюжетной линией, которую каждый в итоге поймет по-своему. А то, что представили нам девушки, какие-то вот метафоры, когда кубик Рубика перекликается с манерой написания работы или еще что-то, заставляет, может быть, под какими-то другими ракурсами посмотреть на те работы, с которыми я уже знакома. Сочетание звуковых сэмплов, танца, цвета, света. Вот, все это очень гармонично выражает то настроение, которое Виктория хочет передать. В студию «Арт Модерн Линия» Виктория Грибанова пришла в 2009 году ученицей, а сейчас сама возглавляет театр. За это время Виктория поставила 3 спектакля и более 100 перформансов. По словам режиссера, сам спектакль диктует свои правила и подсказывает, каким он хочет предстать перед зрителем. Ульяна Боровинская, Олег Фролов для выпуска новостей.